Всем привет! Сегодня будем готовить оригинальную закуску на Новый год, которая станет настоящим украшением вашего праздничного стола. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Первым делом готовим начинку. В творог выдавливаем чеснок. Добавляем соль, майонез и хорошенько все размешиваем вилкой. Теперь займемся помидорами. Берем помидор, срезаем у него крайчик. Это будет шляпка. И выбираем всю мякоть из помидора чайной ложечкой. И делаем сбоку треугольный надрез. Такую процедуру повторяем со всеми помидорами. Дальше все просто. Каждый подготовленный помидор наполняем творожной начинкой. Наполняем плотненько с горкой. И устанавливаем шапочки. Из творожной массы делаем помпоны. Теперь вставляем глазки из гвоздики и носики из зерен граната. Вот и все. Красивая новогодняя закуска готова. Приятного аппетита и веселых праздников! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.